На конкурс дети читают стихи. «Белая береза» Сергей Васильев. Читает Александра Лавренюк, 5 лет. Я помню, ранила березу, осколком бомба на заре. Студеный сок дрожал, как слезы, по извеченной коре. За лесом пушки грохотали, клубился дым пороховый. Но мы в столицу отстояли, спасли березы под Москвой. И рано раненько весной береза белая опять оделась новой листвой, стала землей краше. С той поры на всех бронзах мы неизменно говорим: родную русскую березу в обиду больше не дадим.